Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Новую дату проведения голосования Владимир Путин назначил на недавнем совещании. Не случайно Конституцию называют основным законом страны. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определение параметров основного закона в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие. 1 июля будет объявлен выходным днем. Напомню, голосование должно было пройти еще в конце апреля, но из-за пандемии его пришлось перенести.